Всем здравствуйте! С вами Тамара Мальцева. Хотела вам показать свои новиночки. Сегодня я привезла их два. Это вот калладиум. Калладиум в большом горшке. Горшок даже не знаю, может 20, может больше. Но в этом горшке вот 4 должно быть растения разного сорта. Вот давайте посмотрим. Вот такой вот цвет. Вот такой вот, смотрите, с розовыми какими-то разводиками. Так, потом вот такой зелененький. Так, вот такой вот. И где-то, ну вот видите, вот еще, я бы сказала, еще даже два. Вот такой вот. Большие листья, очень красивые такие. Так, как бы вам показать получше. Сейчас я его разверну. Вот такой. У большие листья видела почти весь бордовый, темно-бордовый. Вот это вот край зеленый листва. Очень красиво смотрится. И вот еще какой-то вот такой. Вот посмотрите. Тут, значит, даже не 4, а 5 получается. Угу. Вот. Какой-то такой светло-зелененький. С красными точечками. Ну, что я могу сказать? Сами понимаете, калладиумы, они же... Вот, как вы видите, лист большой. Они же очень нежные, очень тоненькие. Ну вот видите, верхний листик какой испортился. Он как тряпочка стал. Конечно, новые листики отойдут, но эти уже, естественно, не восстановятся. Может, жарко ему было. Ну так вот он такой вот, смотрите, кособокий какой-то в одну сторону. Ну, вот их тут, видите, много. Я думаю, тут земля высыпалась при транспортировке. Сами понимаете, пока с Голландии они приедут. Здесь вот тоже вот такую этикеточку положили. Воткнули. Что? Вот нужно расшифровать. Вот солнышко, то есть не ярко ему солнце надо. Здесь какой поливка. Подкормки. Вот это я что-то даже и не знаю, что это. Надо будет найти, посмотреть. Вилка какая-то с ложкой зачеркнутая. Не знаю, как расшифровать их. Ну, вот тоже, видите, листик такой пожеванный. Мягенький. Ну, я так думаю, что его, естественно, надо... Я его сейчас пересажу прямо. Прямо сейчас. Вот видите, что тут творится. Они все так душатся. Не знаю, как его так оставить. Вот, во-первых, душатся. Во-вторых, все поломанные. Тут некоторые листики разобраться. Земля высыпанная. И вот так вот как-то он такой какой-то кособокий. Это не мешает друг другу. Приведу его в порядок. Опрыскаю немножко эпином его. Вот, и чтобы он, поставлю где-нибудь на северное окошечко, чтобы он отходил. Вот такие, вот такого красавчика приобрела. Ну, теперь с ним буду заниматься. Что-то как-то его доводить до ума. Ну и другой цветочек. Это Эпипремнум Энджой. Вот такой вот. Малыш, ну он не скажу, что он прям совсем малыш. Вот такой горшочек у него. Может, 14 даже. Ну, я так думаю, что их обычно тут много садят. Вот, видите, сколько. Можно их разделить, чтобы тоже вот эта теснота тут не была. Такие вот красивые листики у него. Прекрасивые. У меня один есть.
эпипримум. Он весь зеленый и салатовые у него полоски. А этот вот такой вот шикарненький. Он свисает, такой хорошенький, такой крепенький. Он не повредился, ничего. Листики у него плотные. Очень хорошенький такой цветочек. Ну вот, посмотрите, что я приобрела. Ну, конечно, как он может хорошо дойти? Он большой, их тут много. Естественно, листики где-то что-то пошоркались, помялись маленько. Ну, вообще, я бы сказала, что он в приличном состоянии. Так-то он хорошо дошел. Не сказать, что там все поломано, да. Да, это. Ну вот. Вот такие растюшечки сегодня я привезла себе домой. Теперь будем их доводить до ума. Красота. Я так давно хотела. У меня один есть маленький. Я зимой в закупочке зимней брала. Но он еще... Листики не такие большие, еще маленькие. Ну вот, а теперь мне достаточно этой красоты. Пока с ними будем разбираться. Ну а на сегодня все. До свидания. Всем пока-пока. Спасибо, что зашли на мой канал, посмотрели. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. До свидания.